Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Участие в ней можно принять несколькими способами. Очно ответив на вопросы переписчика, посетив стационарный переписной участок, либо заполнив переписные листы удаленно на сайте государственных услуг. Онлайн-формат прохождения переписи планировалось завершить 8 ноября, но в связи с неблагоприятной эпидобстановкой было решено продлить его до 14 числа.